Около 400 врачей со всего Уральского федерального округа собрались сегодня в Екатеринбурге. Здесь прошла 27-я научно-практическая конференция по офтальмологии. Что обсуждали специалисты, узнала Мария Гильванова. Мы готовы к имплантации интраокулярной линзы. 15 минут и операция у пациента с катарактой завершена. За работой офтальмологов в режиме онлайн наблюдают сотни коллег. Если сегодня мы имплантировали линзу через разрез 2 мм, раньше для этого нужно было 9-12 мм. Соответственно, и восстанавливался человек намного дольше, чем сегодня. Также сама интраокулярная линза, которую мы имплантировали, уникальна тем, что хирургу абсолютно не требуется даже прикасаться к этой линзе. То есть здесь абсолютная инфекционная безопасность. Период реабилитации тоже заметно сократился. Теперь пациент готов отправиться домой сразу после операции. Ощущения болевых никаких не чувствовала, просто мутное, плохо видно, вот прям как все в тумане. Конечно, шла я это с мандражом. Тряслась, а потом как-то вот зашла в предоперационную, как-то так все успокоилось, тихо, мирно, все так хорошо. В этом году в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» проходит уже 27-я научно-практическая конференция. Ежегодно перед Новым годом опытом делятся сотни офтальмологов со всего Уральского федерального округа. Есть, так сказать, стандартные подходы, есть нестандартные операции и нестандартные подходы. Вот это сегодня будет продемонстрировано как раз. Это такие небольшие ноу-хау, это круглые столы, это обмен мнениями, общение, новые доклады. И не только мы здесь представляем, наши коллеги из Челябинска, из Перми, из Екатеринбурга, из Тюмени. Всего за один день врачи могут увидеть в режиме онлайн и обсудить 10 операций по отслойке сетчатки, глаукоме, патологии слезных путей и других глазных болезней. Мария Гильванова, Александр Жанников, Вести Урал. Новогодняя премьера фильма.